За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Первое видео сняла телезритель Марина. Автоледи несколько дней наблюдала за грубыми нарушениями. На кадрах один и тот же перекресток, Шелковичная, Чернышевского. Легковушки проезжают за стоп-линию на красный сигнал светофора. Водитель 79-й маршрутки больше остальных отметился. Постоял, подумал и рванул на запрещающий с чужого ряда. Красавец. Просто красавец. Александр Иванов просит наказать таксиста, который по университетской ездит по встречной полосе. По словам нашего помощника, ему редко удается проехать этот участок, чтобы не заметить нарушителей. Трассу на Синодское ремонтируют, а у переезда появится путепровод. Пока идут работы, не у всех нервы выдерживают. Объезжают пробку по встречной или обочине. Серию нарушений снял телезритель. Маломощный радар. Ограничение скорости. О, 751 КС. Еще одного автохама сняли очевидцы, стоя в заторе. Водитель серебристого Hyundai Accent решил не делать как все и поехал по встречной полосе. Результат попал в объектив видеорегистратора. Этот ролик, как и остальные автоинспекторы, уже пересматривают, и мы передали материалы вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.